Итак, мои дорогие девочки, мои зрительницы, мои подруженьки, новые подписчики, кто не подписался на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Меня зовут Наташа, канал мой Нателла. Красота для женщины – это все, это самое главное. Не только на лице, в душе и вообще в настроении, вдохновение. И вот смотрите, что я вам сегодня покажу. Хочу сразу предупредить, что я не косметолог, я не врач, я обыкновенная простая женщина, проживающая в Украине, которая испытывает все уроки красоты на себе. И вот почему так редко плейлист с масками выходит, потому что я сначала пробую, только потом советую своим зрительницам, своим подписчицам и не побоюсь этого слова, подругам. Значит, сегодня у нас будет маска пилинг, да? С кальцием хлоридом, девочки, нам для этого понадобится аптечное средство, да, кальция хлорид, которое я купила за копейки. В Украине у нас стоит 61 гривны, 10 ампул. Можно покупать 5-процентный, 10-процентный, в моем случае 5-процентный. Значит, понадобится детское мыло, ватный диск. И вот такой вот нежный спонжик. Если нет этого спонжика, ручки, девочки, вам в помощь. Значит, я очень много видео, много информации пришла по маску пилинг в этом варианте. Значит, мои дорогие девочки, я должна теперь вам с уверенностью сказать, очень мало мы, женщины, уделяем внимание именно этому пилингу. Женщины пользуются, есть такие, да, в комментариях, я читала, 50 лет делают этот пилинг. Кожа сияет, кожа здоровая, разглаживаются небольшие морщинки, убираются пигментные пятна. Не так заметны черные точечки, у кого они есть на лице. Предупреждение. Значит, у меня кожа нормальная. Этот пилинг подходит. Для жирной кожи на ура. Для сухой кожи просто делать очень нежно, попробовать на себе. Ну, я знаю, что мало таких женщин, у кого такая вот слишком сухая кожа. Просто после этого пилинга хорошо необходимо ее пропитать маслом, касторовым, да, косметическим маслом. Какое у вас масло есть? Облепихи, ореха, масло льна, любое. Да даже если вот нет ничего, бывает и такое. Обыкновенным подсолнечным маслом хорошо увлажнить. Это у кого сухая кожа, да, мои дорогие девочки. Значит, что я хочу вам сказать. Эту маску, я вот сразу, да, я подкрашена, я уже сделала две процедуры. У меня осталось 8 капсул, я уже 2 использовала. Запоминайте, один раз делаем, 4 дня перерыв. И так эти 10 сеансов. Где-то вам хватит на 1,5 месяца. После 1,5 месяца, когда пройдет, вы делаете 2-недельный перерыв. И только потом раз в 14 дней. Девочки, эффект на лицо. Кожа будет сиять. Кожа, будет такое впечатление, что вы вся себя обмазали хайлайтером. Да, блеск, только не такой, не от жира, а естественный блеск кожи. Кожа будет просто замечательная, изумительная, девочки, посмотрите. Конечно, я еще мало ее прошла, но у меня уже есть результаты, я очень довольна. Я стою под лампой, фильтры я не включила. Я не знаю, как уже без этих фильтров мне постоянно говорить. В общем, девочки, не путайте, пожалуйста, ТикТок, Инстаграм с Ютубом, да? Здесь надо все прямо улице, осень. И карты в руки для этого пилинга, потому что летом запрет, потому что еще больше усугубятся пигментные пятна, можем получить даже ожог лица. Ни в коем случае не делать этот пилинг, находясь в сауне или в бане. Но перед тем, как делать в домашних условиях, нам необходимо хорошо распарить лицо на водяной бане. Я надеюсь, вы все знаете, как на водяной бане распарить. Девочки, это не пить, это тепленькая водичка, потом немного смочить ручки. Так, как я уже говорила, нам необходим, да, ватный диск, спонжик. Если спонжика нет, значит, нам необходимы просто наши пальчики, наши ручки. Так, мы берем ампулу. Извините, что я пропадаю. Пропадаю я. Боже мой, красивые, сияющие женщины. Вы мои дорогие. Так, вот, вот так вот берем сейчас. Опа! Хорошо ломается. Значит, девочки, все.
я свое лицо на водяной бане. Так. Естественно, девочки, смотрите, я не косметолог. Вот, все по массажным линиям. Избегаем зону вокруг глаз. Избегаем. Никакого нижения, никакого ничего. Тут ой-ой-ой сколько. Ой-ой-ой, одна ампула на одну процедуру. Ничего. Так, смотрите, пока вы делаете, вот, один раз вы смазали, тут еще много, тут еще пол ампулы. Вот эту всю ампулу необходимо нам сейчас вымазать на лицо. Так, подсохло. Так. И поехали. Значит, я наношу 2-3 слоя. Хватает на 2-3 слоя. Хорошо, все вот так вот, вот так вот. Вот. Почему я так подробно я вам показываю? Потому что, девочки, это так легко, это так просто. Мне просто хочется поделиться с вами вот этим пилингом. Да, все хорошо, косметические операции, косметические кабинеты. Это очень хорошо, когда женщина за собой следит, и есть у нее на это средство, и она каждые полгодика ходит, чистит, делает пилинг химический, ни разу, кстати, я не делала. Вот сейчас, после третьего слоя, начинает такой, знаете, начинает работать, вот, открывается, и начинает хлорид работать. Еще раз повторяю. На хорошо вымытое, распаренное лицо. Девочки, обязательно, чтобы 3-4 слоя, мне на 3 слоя хватает, обязательно подсохло, вот оно прямо. Реакцию вы почувствуете сразу. Лучше всего детское мыло. Ну, у кого есть, конечно, Дав, крем-мыло хорошего качества, то пожалуйста. Так, кальций-хлорид с мылом. Делаем так. И погнали мылом вот так вот. Мылом намыливаем наше лицо. Хорошо намылили. Рука набилась. Кто боится там растянуть свое лицо? Вы часто мне пишете: ой, боже мой, не бойтесь, берите. Я этого не боюсь. У меня упругая, нормальная кожа. Как говорит моя мама, Наташка, у нас с тобой слонячие кожи. Слегка. А вы, девочки, можете руками, кто боится. И оно будет скатываться. Сейчас вы увидите. Потерпите, пожалуйста. И, девочки, пошли работать. Избегаем. Двумя руками даже так вот не растягивайте. Делайте все одной ручкой. Если вы только знали, как оно сейчас будет у вас шершавое, как будто вы рыбу чистите. Вот такое ощущение, что вы чистите рыбу, девочки. Потом мы это все смываем теплой водой. Оно вам слышно? Жалко, что... Катышки вы не видите. Какие катушки? Оно прям сворачивается. Ороговевший слой кожи. Боже мой. Откуда же оно это все берется? Сколько я уже делаю? Третий раз. Смажите маслом. Девочки, как же она будет у вас сиять? Вы это сразу после первого раза обнаружите. Но чтобы закрепить и быть красавицей, необходимо эти все 10 ампул, напоминаю, 10% или 5%. Это без разницы, кстати. И даже 10%, мне кажется, будет даже жестче. До первого раза. Ой. Сейчас вам скажу. Значит, как будто бы я по пальцам вожу по стулу. Я вообще не чувствую кожи. Я только чувствую катышки. Много-много катышков. Кожа просто успокоится минуты две. Вы будете чувствовать такое вот жжение. Как будто вам кто-то делает массаж лица. Потом это все смыть обязательно не очень горячей водой, а теплой. И увлажнить обязательно вашу кожу. Девочки, все понятно?
Все понятно? Не надо там вот везде кричать, мне 55, мне 75. Ну, принимайте меня такой, какая я есть. Да? Я пойду умоюсь и смажу лицо сейчас. Обязательно. В моем случае, это касторовое масло. И ощущение, как будто вы после глубокой очистки лица. Вы посмотрите на этот чистый лист бумаги, без грамма косметики. Я сделала этот пилинг. У меня сейчас идет такое приятное, горячее жжение. Я чувствую на коже своего лица. Вот. Еще раз хочу вам сказать, кто к касторке относится отрицательно, нет проблем. Я вас не заставляю. А вообще касторка – это красота. Для женской кожи. Девочки, обязательно после этого пилинга, любым жирным кремом, обязательно смажьте свое лицо. Вот я сейчас смажу свое лицо, и я умываться не буду. Оно сейчас все, девочки, впитается. Кожа, она сейчас прямо открыта для того, чтобы впитывать в себя вот эту вот влагу. И не говорите, что, допустим, там мы сразу жирным кремом забиваем свое лицо. Нет, девочки, сейчас открыты поры, мы сделали пилинг, и оно будет светиться. Кожа будет просто сиять. Пробуйте. В общем, девочки, один раз лучше сделать, чем написать много негатива. Я вам советую сделать, а потом написать ваши ощущения. Я читала комментарии женщин, которые пользуются вот этим пилингом, все в восторге. К сожалению, молодежь этого не знает. Ну, девочки, для чего нужна Нателла? Для того, чтобы вам это все рассказать. Я все знаю, вам все расскажу. Как раз видите, что мы делаем? Мы пилинг. И немножечко массажируем. Может, вам кажется, что я слишком растягиваю лицо? Совершенно не так. Какой подбородок. Щечки розовые. Бровей не видно. А потому что их нет, они не накрашенные. Ну ничего. Боже мой, девочки, зачем комплексовать? Есть брови, нет бровей. Губы есть, нет губ. Девочки, в наших силах все нарисовать, подрисовать. Все так преподнести вкусно, красиво. А самое главное, что вы для себя это все делаете. И вы идете по городу. И вам плевать, кто что о вас скажет или подумает. А только будут след ковырять. Боже, как хорошо женщина выглядит. Какая у нее сияющая кожа. Какой потрясающий эффект. Боже мой, женщина, чем вы питаетесь? А молоком. Все, мои хорошенькие, всем вам мира, всем добра. Берите на заметку. Делайте обязательно этот пилинг. На дворе осень. Нам надо готовиться тоже к праздникам новогодним. Быть красивыми. Ждать наших мужчин. Влюбляться. Любить. Разочаровываться. Но всегда при этом быть на высоте. Ах, хороша я. Да? Все, всем мира, всем добра. Всего доброго. Пока, мои дорогие друзья. Жду от вас потом отзывов. А вы мне это напишите обязательно. Во влоговых моих видео, да? Я все знаю, я все про вас знаю.